Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Партнер программы. Салон-магазин верхней одежды «Мир пальто». В Орске. На Мира 21. Здравствуйте. Вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам звезды в этот день. Овен. В такой день вам полезно подумать об отдаленном будущем, хотя не исключено, что вы будете склонны рассматривать его в основном с позиций прошлого. Телец. Ваше мышление остается достаточно целенаправленным, но в этот день вы гораздо охотнее допускаете новые, незнакомые, нестандартные решения, когда речь заходит о достижении ваших далеких целей. Близнецы. В это время вы чувствуете себя вполне гармонично. Вы более склонны к полету фантазии, а также к прогрессивному современному мышлению, к свободному, непредвзятому взгляду на события и контакты. Рак. Современные способы ведения финансовых дел могут вновь привлечь ваше внимание. Возможно, вы ощутите этот интерес как неожиданный, по той простой причине, что раньше отмахивались от предложений на эту тему и не вникали в то, что вам говорят знающие люди. Лев. Беседа с партнером по браку, союзником по бизнес-проекту или работодателем будет как нельзя кстати. В это время вы склонны обращать меньше внимания на всевозможные формальности и более открыты к оригинальным решениям. Дева. Дух коллективизма, опора на дружеское плечо, чувство локтя – все эти выражения так или иначе отражают суть атмосферы дня. Например, результаты рутинной работы напрямую зависят от того, с кем вы трудитесь бок о бок. Весы. День дарит вам много свободы. Постарайтесь выражать свою творческую натуру в общении, в любви, в контактах с детьми. В делах финансовых, наоборот, стоит быть осмотрительнее. Скорпион. Удачный момент для того, чтобы отвлечься от материальных забот и не придавать им чрезмерного значения. В это время прекрасно пройдет общение с вашими личными друзьями или с давними друзьями дома и семьи. Стрелец. Рутинные дела в этот день могут так и не напомнить вам о себе. Во всяком случае, не потребуют вашего постоянного прямого участия. Можно не сомневаться, что вы будете искать интересного общения. Козерог. Подходящий момент для того, чтобы задуматься над обновлением финансовой политики. При этом вы будете то и дело зависеть на воспоминаниях о недавнем опыте, как приятном, так и негативном. Водолей. Ваша врожденная страсть к новизне и экстравагантности непременно даст о себе знать. Это удачное время для того, чтобы расширить и освежить привычный круг общения. Рыбы. Приобщение к коллективному разуму, к чужому опыту может благотворно повлиять на ваше самочувствие и придать вам оптимизма. В этот день можно не концентрироваться сверх меры на материальной стороне вещей. Теплая осень с миром пальто. Орск. Проспект Мира, 21.